бывшего царя, я говорю, он отрекся. И вот он пишет, что говорит, до нас дошла весть о страшном злодеянии бывшего государя, и он и раз, и два, и три. Вот, в келью пошли, открой календарь, посмотришь сам, своими глазами, без очков видишь? Угу. Надо ключ взять у Ахима. Ну да. Вот. Календарь за этот год, вот, за 17 июля. Патриарх, если патриарх Тихон об этом пишет, что бывшего царя, который отрекся во имя блага России, если да. Тихон, он же святитель Тихон, то он же не дурак, не глупее по династии, подвижник благочестия, да. Исповедник, вне всякого сомнения, да. Предал нафиг коммунистов, сатанистов. Да. Вот, это факт. Так что, могу сказать, я ему. Вот, это ты что, это светоч, это светоч. Я до канонизации молился. Правильно. И вот, и говорю, календарь это журнального типа, там на каждый день, разумеется, чтение указанное, новозаветное, да. Какие читают, и поучение краткое. И вот там цитата идет, я нигде ее раньше не встречал. Ничего, все, пойдем. Вот. Но он говорит об отрешении четко и ясно. Да. А потом, что у вас со святским языком, второй вопрос, мне интересно. Помню, как-то раз ты сказал, славянь, мне понравилось, славянь. А я сегодня слышал во время пения, нет.